Здравствуйте, мои дорогие. Давайте попробуем еще сделаем одно кашпо. Сейчас уже весна, вовсю надо сажать. А у меня очень мало площадей. Я и делаю большие кашпо, чтобы потом в них посадить можно было. Так, ну, как всегда, цемент, вода, песочку еще немножко добавила. Ну вот, две тряпочки мы сделали. Сейчас будем. Я делала кашпо подобное. Но просто я делала как ручки. А теперь я хочу сделать, чтобы они были просто как лепесточки. Проволочку продеваю. Кладу вот такой маленький пузыречек. И вот теперь надо... Наверное, маленький пузыречек не пойдет. Прям предвижу ваши вопросы, почему я в вязаных топульках хожу по улице. Чтобы не задавали мне вопросов таких, очень болит нога. Она опухла и в обувь не хочет влезать. Ну, вот что у меня получилось. Теперь мы оставляем все это сохнуть. А потом будем промазывать, как всегда. Ну, и теперь задача такая промазывать несколько раз. Ветер все бутылки улетели, чтобы оно стало твердым. Промазывать нужно снаружи и изнутри несколько раз. Работа нудная и грязная. Ну что, мои дорогие, снаружи я промазала, высохла. Сейчас будем вытаскивать. Так. Это у нас сегодня похолодало. Теперь будем мазать изнутри.
Промазывать нужно несколько раз, и снаружи, и снутри. Ну, там сами увидите, когда она уже будет как каменная. Плохо видно здесь в тени. Там ветер сильный. В общем, промазывайте и промазывайте. Что тут особенно смотреть-то? В общем, я все внутри промажу. Потом высохнет, покажу дальше. Так, ну внутри я ее намазала. На дно прям налила. Вот. А неудобно мазать тут по бокам. Поэтому я оставлю ее сейчас, пусть она высохнет, а потом я тут вот буду. У меня уходит ровно неделя на такие кашпо. Причем на эту больше даже уйдет. Потому что если то кашпо, которое у меня много смотрят, красное, оно было из одной тряпки, стало быть, меньше всяких складок, в которые нужно залезть и промазать там. А это из двух тряпок. Здесь больше и, ну, якобы лепестков, и, но и сложнее гораздо. Ну что, приступаем к покраске. Так, наверное. Ну вот, теперь высохнет, я его переверну и покрашу там, внутри. Цвета не нравятся мне. Они в баночке были яркие, а развелись и... Ну вот, закончилась моя работа над этим кашпо.
Ровно неделя ушла. Но зато какая красота. Делайте, не бойтесь.